Около 11 тысяч ветеранов Сарова, чей доход выше 24 662 рублей, уже больше 3 лет не получает ряд льгот. Это ежемесячная денежная выплата в размере 627 рублей и ежемесячная денежная компенсация 50% платы за жилое помещение в пределах социальной нормы. Выплаты отменили после внесения поправок в закон Нижегородской области о мерах социальной поддержки ветеранов в 2017 году. Ну, сейчас вот и создана комиссия, сейчас городская администрация и Дума. Сейчас вот мы работаем над этим вопросом. Что получится, видите, мы уже провели ряд заседаний, вырабатываем стратегию поведения. Я думаю, что результат в любом случае какой-то будет. Надеемся, что он будет положительный. Особо остро эта проблема коснулась ветеранов атомной промышленности. Вопрос пытались решить еще в 2018 году, направив обращение в область, но получили отказ. Однако отступать никто не намерен. На заседании межведомственной рабочей группы народные избранники вновь встретились, чтобы обсудить стратегию дальнейших действий по возвращению социальных льгот. Мы выступили с инициативой, с нашим предложением, как для саровских пенсионеров увеличить это количество пенсионеров, которые могут получать эти льготы. Объясняем мы это тем, что мы функционируем, наш город, в режиме безопасного функционирования. Конкретные предложения по решению этого вопроса, согласованные с правительством области, депутаты планируют выработать за полгода. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.